265 детей пойдут в детский сад в Медвежьих озерах. Дошкольное учреждение уже полностью укомплектовано. Запустить объект в эксплуатацию строители планируют к 1 сентября. Близится к завершению и работы в детском саду в Новом Городке. Детский сад станет вторым домом для 140 детей. Практически закончено благоустройство, выполнены подходы к детскому саду, плодородный грунт, посеяна трава, началась установка малых архитектурных форм и уже на последнюю стадию выходит отделка. В Первом Советском переулке строители заняты устранением недочетов. Подтекает кровля. Данное обстоятельство может отразиться на сроках сдачи объекта в эксплуатацию. Тем не менее, строительная готовность у всех детских садов высокая. На всех объектах идет пусконаладка. Необходимо просто провести пусконаладку. Это очень дорого стоит. На данный момент, в связи с тем, что у нас работы зимой были проведены, основные работы зимой были проведены, значительно было удорожание работы. И вот сейчас мечемся, чтобы найти деньги для того, чтобы закрыть эту ситуацию с пусконаладкой.